Вооруженные силы Соединенных Штатов в ответ на обстрел своих кораблей мятежниками-хуситами уничтожили 3 радиолокационных станции в Йемене. Об этом заявили в Пентагоне. По данным военного ведомства, американцы нанесли удары по РЛС, расположенным на йеменском побережье Красного моря. Отмечается, что бомбардировка велась по приказу президента США Барака Обамы и в соответствии с рекомендациями министра обороны США Эштона Картера и главы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда. К слову, эти удары стали первыми прямыми военными действиями Вашингтона против целей повстанцев в ходе йеменского конфликта. Напомню, в воскресенье 2 ракеты упали рядом с эсминцем USS Mason. Они были запущены с территории, которая находится под контролем мятежников.